Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Начнем ролик, хочу представить группу проекта SAMP Arizona Roleplay Nelson. Это проект, какой недавно открылся. Всем советую. Можете здесь покупать домики, набор в команду сервера идет. Кстати, здесь форум есть, розыгрыши и так далее. Ссылочку я оставлю пацаны в описании. Подписывайтесь, кому интересно. Сервер недавно открылся. Всем приятного просмотра. Так, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Итак, сегодня мы будем работать таксистом. Таксист-ганстер, да, что-то сервак подлагивают, хотя онлайн не полный. Кстати, видите, убрали X2, X3, и все, онлайн упал сразу же. Уже в глобальном обновлении никого не заманить сюда. Так, писаем 50 рублей. У нас будет дешевое такси. Я уже устроился, я просто работал. Чё нет прям по скиллу? Так, G-скилл. Ой, блядь, чё пишу? Так, G-скилл. Я сколько? Заказ один, по-моему, возил или сколько? Да, нет, стоп. Где такси? Да, вот, один заказ я всего лишь отвез. Почему не бэха? Потому что бэха сломана и бэха сильно бешеная, короче. Поэтому мы будем таксовать именно на своей машине. Как это делается, пацаны, просто устраивайтесь, приезжайте на любой таксопарк, там устраивайтесь и все, садитесь в свою тачку, и вы можете работать. Вот, так, денег нет. Не, ну тогда смысла ехать нету, потому что не смогу его к себе посадить, если у человека нету денег. В общем, основная проблема. Тогда поедем, наверное, на спаун рыжиков, хотя рыжики, блин. Короче, не знаю, куда поедем, сейчас будем ездить просто на спаун, сейчас как раз туда поедем. И будем периодически принимать вызовы. За мне больше нравится, кстати, вызовы принимать, чем просто ждать, пока кто-то сядет. Ну да ладно. Может, это, кстати, более спокойный. Кстати, можно даже на Ямахе таксовать. Я пробовал. Ну, никого не возил, но можно это делать. Это реально круто, то, что можно даже на мотоцикле потаксовать. Почему я взял Мерседес? Потому что он более такой, знаете, управляемый. Да, бэха охуенная, но она не особо управляемая. И она сильно быстрая, 200 км в час, это пиздец, поэтому Mercedes 170, но на нем более-менее можно управлять этой скоростью, а на BMW 200 это пипец. Поэтому сейчас будем таксовать. Я, кстати, батарею, по-моему, устроился в таксопак, да. Ну да ладно. Сейчас попробуем кого-то, может, подвести. Какую-то бабулю. Такси у нас, я не знаю, у нас должно писаться, по идее, такси типа Батырева, но почему-то не пишется. Давайте будем читать, работает. О, так, Каллинг, давайте Каллинг. Пишем Каллинг. Блин, Каллинг. Каллинг. Блин. Надо принять вызов, короче. Нет, нет вызов. Блин, вызов кто-то принял уже этот. Ну ладно, давайте будем кричать. Работает такси, работает такси. Так, ко мне сел чувак, пишет, я пишу, куда тебе, типа, он пишет, хоть куда, ну, ладно. За мной бэха вот это гонится, я не знаю, что от меня хочет, ну, догонит, спросим, что он от меня хочет, в принципе. Я не знаю, куда увезти, давайте отвезем его на шахту. Давай тогда на шахту. Давайте тогда на шахту его отвезем, я не знаю. В принципе, ну, куда я еще отвезу, в автошколу? Хотя он мне машину немного, кстати, побил, 3%. Я не знаю, что он мне машину бил сначала, потом сел ко мне. Ну, такое. Давайте на шахту отвезем. Счетчик работает, у меня самое дешевое. Я себе, вы видели, как он полетел? Это было красиво. Да, ну, блин, сейчас износ, поэтому так уже не погораешь, не знаю, я не хочу свою машину так насиловать, как они это делают, вон, прыгают на них и так далее. Давайте чувака на шахту отвезем, наверное. У меня самое дешевое я поставил, я не хочу навариваться, мне чисто по кайфу поработать на своей машине таксистом. Вызова пока что нету, к сожалению, да. Да, это печально. Вот шахта,
Все, удачи. Удачи. Все, чувака, короче, привезли мы. Видите, всего лишь 280 рублей с него взяло. Это вообще очень мало. Поэтому ружики могут с удовольствием ездить со мной. Потому что, ну, немного денег берется, как бы. Конечно, хочу вызов принять. Вызов это прикольнее принимать. Надо команду забиндить, так. Не забиндить, а запомнить, вот, каллинг. Нет, вызов пока что, поэтому, наверное, возвращаемся обратно на спаун. Хотя можно, кстати, на ферму подъехать, блин, ну, надо развернуться, короче, сейчас заднюю дадим. Так, аккуратненько. Не, что-то на ферме вообще никого нету, поэтому может на ручки поехать. Странно, чтобы на ферме никого не было, это довольно-таки, да, странненько, да? Давайте мы, может, на ручки поедем. Ну, либо будем ждать вызов. Я хочу хоть вызов один раз принять. И вот реально мне по кайфу вызов принимать. Может, давайте объяву кинем, типа, работает там такси. Работает дешевое такси. Я, короче, кинул объяву. В принципе, поэтому, ну, нам должны поступить вызовы. Обратно это слово приелось, в принципе, ну, будем отвлекать этого слова. Значит, давайте заедем на грузчики, там посмотрим, возможно, кто-то есть. Хотя, навряд ли, я думаю, ну, ладно. Аккуратненько, давайте спустимся. Аккуратненько. Блин, чувака есть дом, но у него велик. Ну, нормально, что. Так, пятый. Не на блатах, по-моему. И, ну, круто. Не, ну там должны быть люди. Да, если очень гейдер хочу, кстати, купить. Но, блин, мне пока бабки, кстати, не вернули. К сожалению, да. Код 3-0. Ну, такой номер, конечно, мне не нравится. Но все равно гейдер я бы хотел себе купить. В новом модпаке он очень красивый, я видел. Но у меня старый модпак, поэтому пофиг. Не, здесь никого, короче, нету. Один чувак работает, и все. Так, поехали. Не знаю, куда теперь поехать. Давайте, наверное, обратно на вокзал поедем. Чё, другого выбора нету. Чё, только один выхлоп работает. А, во, это мне показалось что-то. Просто, смотрите, тот сильнее работает, чем тот. Чё за бред? Видите? Реально, это какой-то барахлит у меня. Левый выхлоп. Видите, как тут барахлит левый выхлоп у меня. Сейчас нормально. Так. Давайте. Алло. Могу даже наличным авто. Чё? Киря, ты? А кто еще? Блин, зря, конечно, в яву кинул. Блин, я думал, они типа в каринг будут писать. Снимаешь. Да, такое, короче. Ладно, не будем тогда. То сильно много пишут. Снимаешь и так далее. Тогда поедем на вокзал всего лишь. Будем ждать там клиентов. Тем более сейчас надо нам заправиться. Так, чуваку типа плохо. Сейчас бы на Мерси, блин. Ну, такое, конечно, да. Чуваку типа плохо. Его в больницу надо везти. Потихоньку встал. Да, сейчас бы тачку спиздить. Классно. Вообще молодец, да? Прям красавчик просто. Все, поехали, отвезем его в больницу. Больница у нас находится в Арзамасе, поэтому сейчас туда изначально поедем. Короче, как его я вез в больницу, у него вылетело. Это просто замечательно, да? Ладно, поехали на вокзал, будем там стоять, короче. Стой. Что? Где он? Вышел из игры. Он вышел из игры. Чё мне за ним ехать обратно? Я лучше потаксую на своей тачке.
Так. Работает такси. Ну, видимо, это такси никому не нужно. Ну, ладно, постоим. Поищем клиентуру себя. Так. До 6. Чё? У меня не будет 4000. Не, ну попрошайки, понятно, что на спавне стоят. Без этого никак. Чувака сейчас вылетит. Видимо. Они типа пикапер или чё? Лол, сейчас бы пикапить на пятнашке тёлок. Бля, они хотя бы писать научились. Работа такси дешево. Давай, садись. Чисто гангстер-таксист. Ну, бля, что-то вызова даже нету. Калинга. Эх, нету вызовов, это очень печально. Будем кричать, что работает дешевое такси. Ну, чувака крашено вообще полностью. Сейчас бы запрыгивать на машину, конечно, такое дело. Видимо, никому такси не нужно. Вон чувак тоже таксует, короче, на... Ну, на Волге. Я на своей тачке просто таксую, и все. Ну, такое, да. Такое себе, конечно, удовольствие. Может, кстати, поехали к Борьке подъедем. Может, там такси нужно кому-то. Потому что, ну, самое популярное место это вокзал и такси. Ой, такси и больница. Поэтому давайте съездим туда. По Бырику. Так, я уже почти подъехал к больничке. И может здесь тут кому-то нужно такси. Ну, я надеюсь на это. Потому что, блин, мы сколько? Одного только клиента отвезли. Блин, бензина мало. Сейчас когда как раз заправимся. Блин, у меня 8 литров всего лишь осталось. Бензина. Давайте вот припаркуемся вот так вот. И, возможно, найдем своего клиента какого-то. Ну, я думаю, не точно это будет. Но хотя бы постоим здесь. Потаксуем на Мерседесе. Нет, может, кстати, красивенький такой, красавчик, не спорю. Ну, будем ждать, короче, пока кто-то выйдет, возможно. Так, ко мне мент подошел, короче. Алекс Сапалов. Сколько ДПС будет? Счетчик. Сам считает. Так, ну, рублей 300. Рублей 300 будет стоить, короче. Давайте ДПС его подвезем. Все-таки Болька тащит, пацаны. Вроде Больке надо остановиться, и людям здесь нужно такси. Так. Поехали, даже 3 могу дать. Да я просто таксую. Не ради денег. Серия. Давайте напишем ему серия, типа. Я не ради денег таксую, просто решил покататься. Заодно показать вам, как это реализовано. Я думаю, это круто. Не туда, в смысле. Ну, напишу, ну, в Южный. В Южный, правильно. Что-то он меня запутал. Нет. А куда? Прямо. Может, у него ППС? Сюда? Так, это ППС. Удачи. Удачи тебе, дружище.
Спасибо ему за 3000. 105 рублей всего лишь он заплатил. Так, надо заправиться, блин. У меня бензина вообще мало. Видите, даже люди готовы сами деньги давать нормальные, чтобы подвести. Всего лишь он 100 рублей заплатил, как бы. Но он перепутал ППС ДПС. Точнее, ДПС ППС. Так, давайте заправимся. 96 литров. Все, теперь можно дальше работать. Так, все бомбят из-за того, что Родин зашел на сервер. И вправду, вот, Андрей Родин, 304 ID. 304 уровень, точнее, 210 ID. Лол. Бывает. Давайте покричим. Работает такси дешево. Сейчас меня с тачки выкинет, да? А, нет. Давайте спросим, куда. Вот, чувак, короче, администрацию Южного его нужно отвезти. Ну, тут скиллы вообще изи качать, на самом деле. Если так возить. Даже немного проехал, все. Ну, долбоебы, да, бывают, по встречке ездят, сука. Да, он, блядь. Ебучий. Ну, а так, в принципе, все нормально. Вот на Мерсе, на самом деле, вообще по кайфу таксовать. Вот на Бэхе было не так комфортно. Вот Мерс, он такой, знаете, управляемый, такой, блин, ну, по кайфу вообще работать на нем, он и быстрый. 170 километров тоже нормальная скорость, поэтому вообще одно удовольствие всего лишь. Ездить на нем. Точнее, таксовать даже на нем. Поэтому, кого есть Мерс, советую всем. Не, ну можете, в принципе, сумму другу, я самую маленькую сумму поставил, 50 рублей и все. И мне заебись. Поэтому как-то так. Так, все, я почти подвез. Так, спасибо. Удачи. Удачи тебе. Давайте развернем тачку, короче, и поедем. Поищем еще кого-то. Так, вот тут стоят. Можно покричать, типа, работает дешевое такси. Так. Работает такси дешево. Куда? Ржевск. Окей, поехали. Как я просто обожаю, блядь, механиков, сука. Просто обожаю. Серия. Да, блядь, съебись, нахуй. Бесит, блин, просто. Все, я отвез, короче, его. 420 рублей за 20 километров. Ну, такое нормально, короче. Нормально. Но думаю, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сервер и ждите новых серий. Всем пока-пока. From the outside, I was from the